В Самарской области усилят контроль за необорудованными пляжами. На тех, кто купается в неразрешенных местах, могут заводить административные дела. Властям муниципалитетов поручено вести разъяснительную работу, а также привлекать волонтеров для проверки берегов рек и озер. Информация озвучена на заседании региональной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая прошла в режиме видеоконференц-связи. При этом открыть купальный сезон можно будет только на третьем этапе снятия ограничений с обязательным соблюдением всех санитарных норм. Расстановка пляжного оборудования, шезлонгов, раздевалок и другого оборудования с использованием и соблюдением принципа социального дистанцирования по возможности нанесения соответствующей разметки, размещению на стендах информации о необходимости соблюдения принципа социального дистанцирования при входе на пляж. Также на заседании участники обсудили пожарную безопасность в детских лагерях. В планах пока отправить на отдых 54 тысячи школьников. Однако ситуация может измениться. Причина – все тот же коронавирус. Сейчас уже более 600 объектов отдыха региона имеют заключение от МЧС о готовности противопожарных систем. Это более 80% от всех детских баз отдыха губернии. В 2019 году из бюджета Самарской области было выделено 18,5 миллионов рублей. В результате были оснащены системами стрелец-мониторинг 325 объектов образования. И все образовательные организации провели комплекс профилактических мер по пожарной защите объектов и предотвращению гибели детей на пожарах.